Здравствуйте, Рудольф Николаевич. Здравствуйте. Мы по поручению губернатора Московской области вручаем вам поздравления с Днем Великой Победы. Сегодня поздравления принимает Рудольф Николаевич Плахин, щелковец, фронтовик, награжденный медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. Он родился в деревне Набережная в 1925-м, на фронт попал в 44-м году. Этот человек самоотверженно сражался за родину, участвовал в боях, освобождая Белоруссию, Прибалтику, участвовал в операции «Багратион», ликвидации курлянской группировки. Там стреляло все. Как говорят, вот головы поднять нельзя, а мне-то стрелять надо. Вот, там им хотелось прорваться по суше, сбежать из этого котла, но их не выпустили мы. Ну, часть уничтожили, часть сдалось в плен. Сражаясь за родину, Рудольф Николаевич сбил 3 вражеских самолета. Бои велись на протяжении 4 месяцев, практически без перерыва. Но враг был повержен. Победу встретил также на литовской земле. А уже после демобилизации занялся фотографией в родном Щелкове. Был внештатным корреспондентом в местной газете. Создал целую серию фотографий Щелкова. Также работал руководителем фотостудии в Доме культуры, передавая свой опыт юным щелковцам. Кроме того, трудился на 31-м заводе. Сегодня же, в свои 94 года, он бодр и энергичен. Проводит встречи с подрастающим поколением, рассказывая ребятам о тех далеких 40-х. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».